Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня этим видео я открываю новый формат общения «Вопрос-ответ». В сообществе я опубликовала информацию о том, что будет вот такой у нас новый формат общения, и попросила задать свои вопросы. Конечно, активность не очень большая, но несколько вопросов поступило. Есть вопросы, которые требуют более обширной такое вот раскрытие обширного, требует достаточно много времени, и такие вопросы будут выделяться вообще в отдельное видео. Есть вопросы, которые более короткие, поэтому я их буду объединять. Я выбрала самые первые вопросы. Валентина Столбова спрашивает. Здравствуйте. Успеет отдать два урожая рем-ежевика в Орловской области? Или один полноценный? Укрывать в зиму, весной. Хочу попробовать Black Jam, но стоит ли? Ну, пойдем с этого вопроса начнем. Значит, ремонтантная ежевика представлена у нас в сегменте ежевик не таким большим разнообразием. Я на данный момент удалила сорт Рубин. Остальные у меня пока что в коллекции сохраняются. Честно сказать, во-первых, я хочу заметить, что сейчас я буду опираться только абсолютно на свой опыт. Он может не соответствовать вашему, у вас может быть абсолютно другое мнение, но я буду говорить только за себя и за свой опыт. На данный момент я считаю ремонтантные ежевики для средней полосы, где именно я выращиваю, где я именно нахожусь, а это Пензенская область, средняя полоса, не совсем подходящими видами. Все абсолютно, без исключения. Нет такого, что вот, допустим, Рубин я удалила, он не подходит, а вот Фридом оставила, он подходит. Нет. Рубин я удалила, потому что он, во-первых, ошипованный, во-вторых, у него есть при жаркой погоде, отцветет он активно в августе, он у нас в августе может подниматься выше 30 градусов, у него есть некоторые проблемы с опылением, она есть, она присутствует. Если год благоприятный, допустим, температуры не зашкаливают, он нормально опыляется. В те годы, когда очень высокие температуры, он плохо опыляется. Это первый минус. Второй минус из всех мной испытанных сортов. У него самая большая как бы способность давать отпрыски корневые. То есть он, грубо говоря, расползается по участку. Я его восприняла как агрессор, и это было ключевым моментом, почему я его удалила. Соответственно, ни один сорт для выращивания в средней полосе не подходит. Мной испытаны все основные сорта. На сегодня в моей коллекции два ошипованных ремонтантных сорта. Это Prime Arrow 45 и Черная Магия. И не ошипованные. Это Black Jam, значит, Baby Cake, Traveler, Prime Arrow Traveler и Prime Arrow Freedom. Это все сорта, которые сейчас у меня есть. Я их не удаляю и удалять не буду. Почему? Потому что у нас бывают года достаточно теплые, когда часть урожая таки вызревает. Также посажены они у меня в несколько необычном месте. Это с одной стороны забор шифера, глухой, и с другой стороны стоят в ряд 5 больших теплиц. И двери этих теплиц открыты в сторону забора. Здесь идет вот такой небольшой коридор, всего 3 метра, и край вот этого шиферного забора, здесь у нас юг, вот, то есть теплица с юга, здесь у нас север с этой стороны. Соответственно, защищается от северных ветров, соответственно, из открытых теплиц уже с самой весны, когда мы открываем двери, а у нас вентиляция в теплицах идет посредством открывания сквозного форточка и дверь. И потоки горячего воздуха устремляются, встречают препятствие шифер, и здесь температура на участке у меня не соответствует среднеклиматическим температурам нашей Пензенской области.
намного-намного выше. Средний сад Пензенской области в зависимости от года от 2200 активных температур. Сад – это сумма активных температур. И это такой яркий показатель вообще, ну сколько, собственно, тепла получит растение за вегетационный период. И у нас эта цифра от 2200 и доходит порой до 2700 в жаркие года, такое хорошее, благоприятное лето. Плюс представьте, вот эти потоки горячего воздуха порой доходят в температуру в теплицах там до 50, иногда 60 градусов, и они устремляются, конечно, там ну, не просто тепло, там очень жарко. Также в теплицах постоянный полив, также там воздух насыщен влагой, и это не просто горячий воздух, это горячий влажный воздух. Вообще ежевики, грубо говоря, вот если брать Primark 45, он создан в Арканзасе. В Арканзасе субтропический климат. И вот у меня некоторая такая имитация. Я не делаю специально парники, я не делаю специально там какие-то укрытия, они не высажены у меня в защищенном грунте, но вот это такое место, которое в принципе меняет условия выращивания кардинально. Если у вас есть такое местечко, где вот вы знаете, здесь защищено от холодных ветров, и здесь вот, допустим, так же, как у меня, извините, 5 теплиц по 12 метров длиной, 3 на 12, 5 теплиц, они стоят через метр, и эти потоки, они устремляются, там просто вот практически мини-субтропики, вот в этом коридоре, и там они у меня вызревают. Там я получаю ягоду, и на самом деле очень достойную ягоду, очень вкусную, крупную, хорошего качества. Ее не так много, чтобы ее там реализовывать, но покушать нашей семье хватает. И я вам признаюсь честно, в сентябре очень хочется ежевики, или даже вот в октябре иногда, если теплый октябрь, у меня могут доходить, дозревать еще в начале октября ягодки. Поэтому, чтобы не лишать семью возможности потреблять свежую ежевику, вкусную, сладкую с куста, конечно, я их в коллекции сохраняю. Относительно того, что можно, то есть, соответственно, вопрос, если вы высаживаете, а тем более вопрос про Орловскую область. В Орловской области прохладнее, чем в Пензенской, и сумма активных температур и вегетационный период покороче, чем у нас. Соответственно, даже в таких условиях, возможно, не будет такого эффекта. Если чуть южнее нас, конечно, там это все приобретает смысл. Теперь относительно вопроса, можно ли получить два урожая, либо один полноценный. Полноценный урожай в открытом грунте, в средней полосе невозможно получить. Если высадить в теплицу, тогда да, но в открытом грунте однозначно нет. Если мы говорим о ремонтантном плодоношении, то есть на побегах текущего года. Ремонтантное плодоношение полноценное подразумевает, что мы полностью скашиваем с вами, то есть вырезаем побеги, всю наземную часть, и плодоношение получаем на побегах, которые растут молодые весной из земли. То есть они растут. Я вам уже показывала, рассказывала о том, что необходимо для того, чтобы они быстрее перешли в фазу плодоношения, осуществить несколько прищипок, то есть мы прищипываем, допустим, отросли они 70-60 сантиметров прищипнули, можно сделать вторую прищипку, когда они отросли еще там сантиметров на 30, на 40 еще раз прищипнуть. Таким образом останавливается рост, переводится на пасынки, грубо говоря, и быстрее, и растение быстрее входит в плодоношение. И этот метод я также, помимо того, что они у меня в таком коридоре высажены, также этот метод прищипки я с успехом использую. То есть он мне помогает получить урожай. Если вы можете выделить теплицу, то ради бога, пожалуйста, сажайте. Запомните, ежевики все куманики, то есть прямо стоячие. Прямостоячие все сорта очень активно размножаются корневыми черенками. И если вы
в этой теплице выращиваете другие культуры, соответственно, копаете там грядки, а корни могут уходить на периферии до 2 метров, то вы неминуемо будете эти корешки от мамы отрезать, повреждать. И вот те корни, которые окажутся отсечены от основного куста, от основного стебля, вот отрос корень, здесь вот он будет отрезан, и он же хочет жить. Это естественный механизм выживания, такой корень будет давать почку замещения, соответственно, вам на поверхности побег. У вас пойдет вот эта многочисленная поросль. И ваш даже, допустим, сорт не агрессор, вот Freedom, он там, я не видела ни разу, чтобы он кидал у меня. Если не нарушается корень, не подкапывается, не режется. Я ни разу не видела, чтобы Freedom или Traveler отстреливали пасынками. Такого у меня в наблюдениях не было. Но если вы их отсечете эти корни, ждите множество порослей, детишек. Это не есть хорошо, потому что если у вас в помидорах, в огурцах, в перцах начнут всходить малины, это не есть хорошо, потому что если у вас в ежевике, в малине начнут всходить, соответственно, вот эти вот поросли, ну, это представляет огромную проблему. По поводу того, чтобы выращивать их на один урожай, соответственно, укрывать. Опыт тоже неблагополучный. Почему? Потому что я вам хочу сказать, что ежевики, все абсолютно ремонтантные, они менее морозостойкие, чем все традиционные сорта, которые плодоносят на побегах прошлого года. Я так вижу эту ситуацию, потому что растение не ориентировано на подготовку к зиме. Оно не ориентировано на накопление, веществ для зимовки, для вызревания побега. Оно ориентировано как раз в этот осенний период на отдачу урожая, на цветение, на формирование ягод и их созревание. Растению совершенно не до зимовки. К зимовке она подходит несколько ослабленным и не готовым. И даже если у вас вырос огромный побег, и на кончике у вас он зацвел, там на какой-то части побега, на концевой части побега он у вас зацвел, завязал ягоды, и эти ягоды даже, может быть, там несколько штук из них покраснели, или, может быть, даже поспели. Ну вот пришел мороз, все это дело убило, вы даже отрезаете эту плодоносившую часть, но у вас вроде бы остается достаточно длинный, хороший побег, и вы его стараетесь укрыть. С чем вы сталкиваетесь? С тем, что весной такие побеги очень плохими выходят из зимовки. Почему? Потому что из-за того, что они осенью плодоносили, они не успели качественно подготовиться к зиме. Именно поэтому я настоятельно вам рекомендую, если у вас нет возможности, вы находитесь в таком же прохладном климате, как я, или, возможно, даже еще более холодном климате, и у вас нет такого вот места очень теплого, как у меня, да, которое создает такие условия, либо у вас нет возможности высадить в теплицу, не смотреть в сторону ремов от слова совсем. Они вам не нужны, поверьте мне и моему опыту. В этом случае я вам рекомендую выбирать сорта польской селекции, традиционного плодоношения. Укрыть ежевику на самом деле не очень сложно. Это всего несколько часов, вот один раз в году, несколько часов потратить. Но тот урожай, который вы получите вот на этих сортах, я сейчас даже назову сорта, которые я вообще рекомендую и считаю очень-очень хорошими. Лохте, несмотря на то, что очень противоречивые мнения, я считаю прекрасным, великолепным сортом. Почему? Он хорошо адаптируется абсолютно во всех условиях. Он очень живучий, он не дает никогда поросли, даже при повреждении корневой системы. Он достаточно хорошо пригибается. Он дает очень вкусную сладкую ягоду в ранние сроки, всегда хорошо вызревает. Какой у него есть минус? У него при полном созревании ягода очень слабо крепится и, соответственно, склонна осыпаться. И для тех людей, которые
редко приезжают на дачу, наскоками, находятся далеко, либо ограничены во времени. В общем, по тем или иным причинам не могут собрать своевременно ягоду, лучше, конечно, выбрать другие сорта с более сильным прикреплением, которые не так склонны осыпаться. Во всех остальных отношениях Лохтей замечательный сорт. Мне очень нравится Начес, мне очень нравятся Небеса, мне очень нравится Полар, Гай, Вон. Многие сорта, Аучита, Вашита, Ошита, многие сорта прекрасно, великолепно сажайте, и будет вам счастье, как говорится. Поэтому ремы – это вопрос такой, вот, как такой риторический, быть или не быть, да? Так, ну, Black Gem, тут спрашивалось конкретно про Black Gem. Black Gem, собственно, ничем от других не отличается. Все то же самое. Я уже сказала, подвела черту. Все ремонтантные. Следующий вопрос. Наталья Баранникова. Татьяна, здравствуйте. Очень хочу размножить жимолость, но не получается. Летом у нас в Орловской области... Опять Орловская область, мы, значит, здесь с вами будем обсуждать. Температура поднимается до плюс 38, пробовала заносить в помещение ящички с древесневшими черенками, посажены в земляную смесь, а сверху присыпанную песком. Все без толку, может что-то не так. Черенки стараюсь сажать с пяточки, черенки сверху накрыть, опрыснуть и утром, и вечером. Ну, во-первых, здесь речь идет о размножении жимолости зелеными черенками. Ну, во-первых, хочу вам сказать, что, в принципе, жимолость – это культура, которая достаточно тяжело размножается без создания специальных условий. Я, к сожалению, на данный момент, на протяжении последних 2 лет, тоже безуспешно черенкую. Черенкую, и они у меня гибнут. Поэтому я вам могу сказать, что проблема не в том, что вы что-то делаете не так, что они там с пяточкой, без пяточки, тра-та-та. Проблема в том, что не создается оптимальных условий для выживания этих растений и укоренения. Что такое зеленое черенкование? Это неустойчивое такое растение, в начальной фазе одревесневания, когда немножко закрепляются только ткани, но они еще не одревеснели. Они мягкие, они нежные, они быстро теряют влагу. В них накоплено очень малое количество питательных веществ. Соответственно, для их жизни, для того, чтобы зацепиться, жить и сохраниться, у них очень мало ресурсов. Мы всегда знаем, что если человек заболел, да, что если он находится на грани, у него мало жизненных ресурсов, то это всегда реанимация. Что дает реанимация? Реанимация комплексом мероприятий позволяет вот этот период пережить для того, чтобы выйти из этого периода и жить дальше, продолжать жить дальше. Вот, грубо говоря, этим черенкам нужна реанимация, скажем так. Когда мы их отрезали от мамы, от питания, от источника жизни, мы их отсекли, отрезали с вами. Им нужна, по сути, реанимация. Такой реанимации служит созданию определенных условий. Это определенная влажность и определенная температура и определенная освещенность. Растения не могут находиться на прямом свете, им нужен рассеянный обязательно. Свет нужен, но он не должен быть палящим и прямым. То есть это притенение. Раз. Два. Так как они отрезаны от мамы, от источника питания, жизненных сил, а в них есть немножко питания в листьях, в стволике, там есть немножко питания. Фотосинтез есть, листочки у них есть, они как бы способны этот рассеянный свет, но он их не должен убить, их листочки, он их не должен спалить, сжечь. Но они вот через этот срез, через эту пяточку, очень малое количество могут взять, вобрать и пропустить влаги, воды. Вот, по сути, вода – это жизнь, да? У нас жизнь зародилась в воде. Соответственно, вот когда есть корневая система, вообще корневая система, она устроена так, что это вот как насосы.
они всасывают, то есть они оплетают. Это очень большая объемная площадь. И за счет этого вот эта всасывающая поверхность каждого корешка особый, то есть когда более старые корни, такие вот уже одревесневшие, они, конечно, больше скелетную функцию выполняют, проводящие скелетную, то есть они удерживают крону растения в почве, и они являются вот этими каналами для транспортировки. А вот на периферии все вы видели вот эти маленькие белые всасывающие корешки. У них даже вот глазом различимые, такие вот как сосочки такие миленькие, ворсиночки такие. Вот это как раз дает растению возможность забирать эту влагу, забирать это питание и транспортировать в наземную часть. А уже в наземной части происходят свои, на свету, да, путем фотосинтеза, свои биохимические реакции. И уже у нас идет процесс вот этой жизнедеятельности растений. И вот он отрезан. У него есть вот маленькая точечка, вот маленькая точечка. Что он ей? У него нет вот этих вот корешков. У него маленькая точечка. Что он за эту точечку может взять? Очень мало. Соответственно, когда мы черенкуем, мы должны уменьшить его листовой аппарат. Обрезать листочки наполовинку, оставить два листочка и то по половиночке. Для чего? Для того, чтобы уменьшить испаряющую поверхность. Мы знаем, что листья испаряют, все побеги, все испаряет, теряет влагу. Все дышит и все теряет влагу. Соответственно, также нам нужно еще более уменьшить испаряющую способность. Каким путем? Это путем постоянного мелкодисперсного орошения. Такое орошение позволяет в оптимальном объеме осуществить только туманообразующие установки. К сожалению, к моему стыду, такую установку я прежние года себе так и не приобрела и не организовала. И черенковала обычным методом в парнике путем создания вот этого вот парникового эффекта, высокой влажности и так далее. Да, затеняла, да, но это все находится у меня в теплице, там под сеткой, теневкой, бла-бла-бла. И стоит у нас подняться тоже температурам там, даже 30 градусов, даже 33 на улице в тени, в теплице уже 60, и хватает несколько часов, чтобы растения просто сварились, просто сгорели. Туманообразующие установки, они еще постоянно с определенным временным диапазоном дают вот эту мелкую, мелкодисперсную пыль. Во-первых, на листочках появляется такая пленочка. И устьица прикрываются, и они уже так не теряют влагу. Они даже могут вбирать эту влагу. То есть не только вот через этот срез влага может поступать в черенок, она даже вбирается, через листья вбирается эта влага, и тургор у растения, то есть упругость листьев, она остается, она сохраняется и может даже подниматься. Вы, наверное, кто занимается рассадой, видели неоднократно, что, допустим, пересадили. Вот хороший пример — капуста, да, у нее листья большие, большая испаряющая поверхность. Вот вытащили, там выкопали из грядки и посадили на постоянное место рассаду капусты. Все знают, что надо там 7 зорь отливать рассаду, да, вот так бабушки нас учили, меня так бабушка учила, что рассаду посадила, капусту 7 зорь надо отливать. Это вот как бы реанимация, да, в тот период, когда если ты ее не польешь, она просто погибнет. Ей не хватит этой влаги для поддержания жизнедеятельности своей. И вот если у нас с вами рассада легла, вот так легла, жара, солнце, влажность окружающей низкая, она легла, вся повяла и вроде бы вообще никакая. Достаточно ее накрыть баночкой, создать вот там более влажную среду. Либо даже если она просто ночью, когда росы, когда влажность поднимается у поверхности почвы, когда нет палящего солнца, тургор восстанавливается. Соответственно, не только восстанавливается за счет того, что вот корешки, за счет того, что уменьшается испарение, но и за счет того, что даже могут черенки в себя это дело все вбирать из внешней среды через листочки. Поэтому, если у вас есть возможность,
вот спасибо Диме со Славой, они привезли в этом году, приезжали к нам в гости, москвичи, это родственники мужа, привезли, подарили туманообразующую установку. Еще я ее не испытала. Она будет испытана только вот летом, но все, муж соберет, мне все установит, я вам потом покажу и расскажу. Это у меня будет тоже первый опыт. Если у вас есть возможность организовать туманообразующую вот эту установку, туман организовать, тогда у вас все пойдет благоприятно. То есть нужно вот этот череночник разместить где-то в тени деревьев, либо в тени здания, но где-то в тени, и, соответственно, ну, чтобы был рассеянный свет, ну, чтобы он был, это не в сарае, не в доме, не в погребе, свет им нужен. И, соответственно, вот этот туман будет обеспечивать их влагой. Вот это и есть реанимация. Это и есть возможность в этот экстремальный период дать им, во-первых, адаптироваться, пережить этот момент и аккумулировать свои жизненные силы, заложить вот эти зачаточки, бугорочки, вот эти каллус и выпустить первые корешки. Как правило, первый корень у нас появляется где-то через 2 недели. На черенках. И поэтому вот эта реанимация, она нужна и важна как раз первые там вот эти 2 недели. Далее, когда корешочки начнут уже расти, уже и они могут уже и просто при парниковом эффекте, они уже более устойчивы, они так не боятся солнышка, они так не боятся жары, они уже как бы набрали жизненных сил, из своих маленьких ресурсов смогли вот эти корни заложить, выпустить и начать питаться. Сигналом к тому, что успешно прошло черенкование, начинается рост. Точка роста появляется, вы видите движение, что черенок у вас начал расти. Если у вас нет возможности организовать вот эту туманообразующую установку, в этом случае я могу вам посоветовать другой метод размножения. Но здесь сможете вы это сделать или нет, решать только вам. Что я вам советую? Я вам советую, вот у вас кустик, его вот так вот прям низко обрезать, большой, сильный куст. Если он будет ранней весной, очень экстремально обрезан, появится дисбаланс, много-много корней и нету верха. За счет вот этого дисбаланса активизируются все спящие почки и начнется очень большой рост молодых побегов, как нулевого порядка, то есть из спящих там где-то внизу, так и вот вы оставите сантиметров 7-10, вот такие пенечки оставите, да, старых побегов, либо вот где-то у них, ну можно даже 10 оставить, если просто оставлять сильно высоко, то вам потом окучивать придется очень много. То есть что мы делаем? Мы прям вот рано-рано весной, как только сошел снег, как только у вас куст открылся, вы подходите и делаете короткую обрезку. Обрезку на обратный рост. Прям практически на ноль. Оставили пенечки 5 сантиметров и все срезали. Еще при этом покормили, как только тепло пришло и может усваиваться азот. То есть простимулировали рост и развитие. Растения вам выгоняют молодые побеги. И где-то, в зависимости от того, где вы проживаете, в конце мая, в начале июня, там до середины июня, вам нужно эти побеги окучить рыхлым торфом. Лучше брать именно торф, он более влагоемкий, чем землей. И он так не спрессовывается, не скоксовывается, потому что при корнеобразовании важно также наличие кислорода в зоне корней, в зоне образования корней. Поэтому вы берете более рыхлый такой вот субстрат. Хорошо, и, как я сказала, уже торф. Вы окучиваете нижнюю часть вот этих молодых побегов на уровне где-то там 7-10, 12, там от 7 до 12 сантиметров. Ну вот как у вас там получится. Вы это дело все окучили и поливаете. Вам нужно поливать хотя бы месяц постоянно. Если у вас побегов не так много,
и вы приезжаете редко, и вы не можете постоянно влажное состояние держать, можно пойти таким путем. После того, как вы вот эти побеги вот так вот засыпали, то есть вот эта черешков нижней части, она у вас в субстрате влажная, и веточки немножко раздвигаете, и везде-везде укладываете скошенную травку. Укладываете. Пока трава еще не полностью высохла, она не сено. Она, когда вянет у вас на этой, прям вот на этом бугорке, на этой кучке, она вам прям сделает такой прям как панцирь. И она потерю влаги закроет. То есть вы можете ее разложить, из леечки хорошенько этот холмик полить, и тогда вам придется поливать гораздо реже. И даже если вы уезжаете, у вас нет несколько дней на даче, у вас влага будет сохраняться и корни будут образовываться. Если вы находитесь рядом, вы можете прибежать и полить, проконтролировать, смотрите, ага, в зависимости от погоды, да, если идут дожди, не надо поливать. Если сухо, жарко, то, конечно, нужно полить. Вот попробуйте таким путем, путем отводков, выращивание вот этих корешков, не отсекая от жизненной силы, не отсекая от мамы. Тогда нам не нужна реанимация, да? Если жизненные силы сохранены, то реанимация не нужна. Если вы эту реанимацию не можете растению создать. Ну, нет таких условий. Вот такой альтернативный вам способ, которым вы можете пойти и успешно его использовать. Осенью, уже когда прям все, листва облетит, у вас кусты без листьев, с хорошо вызревшими побегами, у вас будут достаточно большие кусты вырастут. Вот эти паганы у вас могут вырасти даже там до метра. Вот такие прям хлысты вырастут, такие сильные, хорошие вырастут. Вы аккуратно это все дело разгребаете, секатором захватывая вот в том месте, где эта почка вот вышла, она от побега почка, да, и вот пошла расти, вот так вот вышла, вы ее прям в этом месте отсекаете, отрезаете, оставляя на кусту, допустим, там хотя бы 3-4 побега. Даже на следующий год на этих 3-4 побегов у вас какой-то урожай будет. Но здесь жертва какая? Вы потеряете урожай текущего года. Вы весной всю наземную часть срежете и будете выращивать только саженцы. Но это вам гарантирует успех. Такие саженцы вы осенью можете сразу посадить на постоянное место. Как я сажаю жимолость, у меня есть отдельный ролик. Я вставлю вот здесь. Можете посмотреть, пройти. Так, давайте пойдем дальше. Лидия Будахина. Татьяна, здравствуйте. Вы выписала у вас сорта земклуники крошка холковская. Видеообзоров у вас нет. Хотелось бы поближе познакомиться с сортами. Вот, мне кажется, я их снимала. Там какая ситуация была? А, во-первых, у нас был полный переход с одного участка, с одной земли, совершенно на новый участок. И год был 2021 крайне тяжелый. Нам требовалось поднять целину, разработать, очистить, все выгрести, да еще и посадить. А прежняя земля, она отошла другому владельцу. Мы, значит, все оттуда выкопали, что могли выкопать. И у нас была пересадка. Мы судорожно просто пересаживали, лишь бы сохранить свою коллекцию. Поэтому в этом году то, что я видела, это урожай на кустиках, которые были посажены очень-очень поздно, в конце мая. Они мне просигналили, но поле, целина поднятая, там было столько муравьев, муравьи у меня все просто съедали, не успевала ягода образовываться, плюс там было все засорено еще долгоносиков. Долгоносиков было столько, что вот волосы дыбом вставали. Ночью заходишь с фонариком, светишь на куст. Вот если вы хотите узнать, есть ли у вас долгоносик, да, такой лайфхак вам. Вы на свой клубничник в период активной вегетации, цветения, с налива завязи, зайдите на свой клубничник, с фонариком посветите, они просто как тараканы разбегаются. Они быстро, конечно, убегают, но это такая
неприятная штука, этот долгоносик. И он там был, в этих диких зарослях, в этой дернине, в этих травах. Он там жил, он там был. И когда мы все перепахали, очистили одну половину, быстро-быстро очистили, быстро-быстро роторное, нанимали трактор с роторной вот этой вот штучкой. Ну, мужчина понимает, о чем я говорю, как он называется, роторный культиватор или как. Он нам все хорошо разрыхлил, вот эти корни, вот эту дернину, он очень много раз там ездил, все хорошо размельчил, мы застелили агроволокном и посадили. И этому долгоносику надо что-то есть, а его там тьма тьмущая. И вот у нас кусты просто были черные, долгоносик, он мне съедал просто напрочь все. То, что я смогла увидеть, я вам сейчас расскажу. Я скептически относилась к сорту холковская, пыталась выяснить, откуда он пошел. Станица Холки, значит, кто создатель, так и не удалось выяснить, тем не менее. Когда уже пришла ко мне она, эта холковская, я увидела, что это однозначно не купчиха, потому что изначально я думала, что это, ну, будет очередная купчиха, под другим именем, скажем так, пиар-ход. Нет. Это совершенно другой сорт. Так, у меня ребенок пищит. Сейчас я ребенка пущу. У нас новый питомец. Маленький тетенок. Вот, на стол нельзя. Вот такая сладкая-сладкая девочка у нас. Вот. Пищит. Не могу себе позволить не оторваться, чтобы ее не пустить. А то будет ребенок плакать. Листовой аппарат иной. И форма, и жесткость, и плотность листа. Очень малое усообразование. Может быть, пока что сорт просто болел, просто после вот, ну, вот этого всего, да, он еще себя не раскрыл. Но усов было очень-очень мало, прям вот по несколько штучек. Это первое. Второе. У него ягоды немножко другой формы. То есть, вот знаете, вот как бы от черешка более узкая, как вот как каплевидная такая, вот как капелька, закругленным таким кончиком. Но опять же, форму надо смотреть на полноценных кустах, какую покажет хорошо развитый сильный куст. Вкус земляничный, очень достойный. То, что я опять попробовала вот на этих нескольких ягодках, мне понравилось. В конце данного видео я вставлю фотографию холковской и вставлю сорт крошка. Пока что могу сказать, что сорта интересные, они мне понравились, имеют более сухую листву, менее поражаются вредителями. Как уж дальше все дело пойдет, тоже будет мне известно, я с вами поделюсь. Относительно сорта крошка, вот я осталась от нее в восторге. Вот правда, вот прям искренне, совершенно искренне. Это такая классная ягода, она иногда раздваивается, она такая, как сердечко, может быть, она такая более округленная, такая пузатая. То есть, если купчиха вытянутая, холковская вытянутая, то это такая пузатая ягода, у нее тоже семена на поверхности, у нее очень много в кисти ягод, очень-очень много цветоносов закладывается, у нее совсем другой лист, совсем другая розетка, она хорошо дает усы, она с хорошей жизненной силой, такая вот, ну, живучка, такая живучка. Вот. Обалденного аромата. Просто невероятно обалденного аромата. Но в технической спелости она немножко кислит. Ей надо дать повисеть, чтобы она прям вот созрела-созрела. А когда она полностью зрелая, она размягчается. Что мне понравилось? Более сочная. Вот все-таки суховато купчиха. Вот как мне органолептически не хватает в ней сочности. Вот она какая-то вот, ну, она при этом не жесткая, но и сочности в ней нет. Хотя из нее получается изумительное варенье. Хотя именно за счет того, что в ней мало сока, мало жидкости, много сухих веществ, получается ароматное, густое такое вот варенье. А крошка, она и крупная, и урожайная, и, соответственно, очень ароматная, именно аромат лесной земляники. И по аромату я вам хочу сказать, лучший аромат
сильнее, более ярко выраженной и у холковской, и у крошки относительно сорта купчиха. У купчихи земляничный, именно вот этот мускатный аромат, он лесной земляники. Он не так ярко выражен, как в двух других земклуниках. Поэтому сорта достойные, будем за ними наблюдать. Первое впечатление только положительное, вот относительно крошки прям восторг. Я ее всем советую, всем рекомендую. Отличная. Холковскую, но я ее еще не поняла. Вот почему она так с усами у нее, как она исправится, не исправится, как у нее будет дело с усами. И относительно все-таки вот ягоды, хотелось бы крупнее. Увеличит ли она размер и увеличит ли она урожайность? Не знаю, посмотрю. Потом вам покажу, обязательно расскажу. Ну, фотографии, как я уже сказала, ставлю в конце видео. Досмотрите до конца. А на данный момент видео все-таки получилось достаточно длинным, чтобы его дальше не затягивать. На остальные вопросы я отвечу в отдельных видео. Дорогие друзья, заходите в сообщество. Это вверху канала, строчка, там увидите сообщество, нажмете, фотография клубника вот так на руках. Три клубнички. Вот под этой фотографией, либо в принципе под этим видео оставляйте свои вопросы, и я... Пока что у нас зима, у меня есть свободное время. Хочу с вами поделиться своим опытом, своими наблюдениями, своими знаниями. Всем пока-пока!